Гимн России пела вся площадь тысячелетия. 5000 человек пришли сюда, чтобы выразить свою поддержку намерению жителей республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, войти в братскую семью народов России. Сегодняшний референдум – это и наш референдум. Русские своих не бросают, потому что у нас с ними общие корни, общая история, у нас общие герои Великой Отечественной войны. Мы ожидаем этого исторического решения и уверены, что население примет правильный выбор, и мы вместе будем развивать нашу великую Россию. Волонтеры Мордовии развернули на площади огромный флаг российского государства. Сверху он напоминал дорогу, которая приведет в страну новые территории. Россия готова для них стать родным домом. У каждого народа, у каждой страны свой путь, свой момент истины. И поэтому мы не бросаем своих. И поэтому мы за историческую правду. И поэтому мы за единую, великую, вечную Русь. Участие в митинге приняли представители общественных организаций и трудовых коллективов Мордовии. На площади собрались тысячи людей. В их лице вся республика выразила солидарность с решением о принятии Донбасса и освобожденных территорий в состав России. Это то, чего ждали люди. Мы сегодня пришли в поддержку референдумов жителей Донецкой, Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области. Мы поддерживаем это проведение референдума и хотим, чтобы они были в составе России. Донбасс идет домой. И так как я являюсь активистом Общероссийского народного фронта, то в очередной раз хотел бы сказать, что нашим народным фронтом создан фонд «Все для победы». Есть такой сайт ОНФ «Все для победы», куда каждый может внести свой посильный вклад, посильную лепту в помощь героям Донбасса, которые стоят на наших пылающих рубежах. Народ, который находится на тех территориях, это русский народ. И даже после стольких лет, когда им прививали ненависть к Российской Федерации, к России, они остаются такими же русскими. Добро пожаловать домой! Митинг-концерт еще раз показал. Мордовия поддержит решение, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Общество объединилось в своем стремлении. За мир, за Россию, за президента. Вячеслав Кузьменко, Сергей Соколов, Владимир Надькин, Олег Паршин. Народные новости.